Всем здравствуйте, с вами Анжелика Ванштейн. Сегодня я вам хочу рассказать, как можно выставить пост именно в Инстаграм. Значит, мы заходим в WhatsApp. Вот смотрите, вот этот пост нам... Этот пост нужно нам выставить. Что мы делаем? Мы с вами делаем поделиться. Затем заходим в фид, нажимаем, где Инстаграм. Вот видите, он вот так вот загружается. Затем нажимаем синенькую стрелочку. Затем мы делаем обложка. И можете сделать либо же вот так, привлеки внимание к страничке. Либо же вот эта желтенькая, да, она очень хорошо, оранжевенькая. Она очень хорошо заходит. Затем делаем далее. Все, теперь мы опять заходим к нам в WhatsApp, где у нас есть... То, что нам нужно выставить, нажимаем, выделяем, копируем. Вот здесь два окошечка. Переходим в наш Инстаграм. Делаем вставить. Все, следующее движение это только поделиться. И у вас уже будет выставлен такой пост именно для марафона. Все, всем удачи!